Вы думаете, почему представитель любой национальности, будь то, не знаю, австралиец, кенийец, итальянец или испанец, заявляя громко об этом, вызывает гордость своих людей и так далее? Но заявление человека о том, что я русский, и я горжусь этим, да, вызывает у множества людей, вплоть до того, что там национализма, шовинизма и так далее. Вот как так получилось, что заявление о том, что я русский, воспринимаются как националистические и так далее? Спасибо. Ну, тут речь, я так понимаю, идет об особой разновидности граждан. Гордиться, на мой взгляд, надо не самим собой. Это жить надо так, чтобы тобой Родина гордилась, а не ты тем, что ты русский. На мой взгляд, это не предмет гордости. Иначе такой же предмет гордости будет, что мы родились белыми, а другим не так повезло. Вот. Граждане, которые кричат про свои, что они горды тем, что они итальянцы, горды тем, что немцы, ну, на мой взгляд, как-то странно. Опять-таки, видно, и ты не должен кричать. За тебя, так сказать, слава впереди тебя должна бежать, а не твои рассказы о том, что ты хороший, правильный там и всякое такое. Не знаю, родная страна, на мой взгляд, как-то очухалась, начала какие-то разумные действия предпринимать. Не на Украине, конечно, а в целом. Поэтому, думаю, скоро говорить перестанут, ибо люди, они глупы, повторяют чужое, а когда они видят, как, например, Владимир Владимирович полощет разнообразных политиков по-всякому, то всем очевидно, в общем-то, кто умнее, кто главнее. Как-то так.